Всем привет, с вами Еви. Сегодня я буду делать новый скин в Роблоксе. Перед началом я его создала в игре от каталог Аватар. Сейчас я хочу показать другие варианты. А вот этот я собираюсь покупать. Я очень люблю мятный цвет. И решила сделать такой наряд. Это нужно все купить. Личико. Я очень люблю зеленые глаза, они такие как изумруд. Сейчас я это буду все примерять в Роблоксе. Вот у меня уже появилась новая одежда. Та-дам. Шляпка, убираем наушники и одеваем лицо. Так мило вышло. Такой нарядик. Find the Animals, такие глаза красивые. И я сейчас протестирую это в разных играх. В тавере у меня, на жаль, не прогрузилась кофточка, ну ничего, выглядит красиво. А сейчас я хочу показать, как я делал фотосессию в игре Realistic Hand RP. Там есть комната. Еще есть режим Ragdoll, в котором я научилась делать всякие позы. И это очень классно. Вот такая вот. Прикольно. Еще вот такая вот поза. Красиво выглядит. Ой, кто это там? Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр.